Кеннет Хоуп, судья в поле. Ему помогает Эндрю Уодл и Джимми Денни, все арбитры из Шотландии. Комиссар матча, представитель Европейского союза футбольных ассоциаций Домингес Августин, Испания. Наши в атаке, идет минута, опасный момент, и мяч влетает в сетку ворот. Сборная Советского Союза открывает счет в очень важном... Ворот сборной Германской Демократической Республики. 1-0 впереди Ту Добровольского. Протасов. Наш применяет активную защиту. Прессинг моментально атакует соперника уже в ринге. На его половине поля у штрафной. И вот гол Литовченко. Его коронный удар. Со штангой чуть-чуть даже, знаете, как говорят футболисты, мяч. Горлукович, пас Рацу, Рацу еще. Надо подойти к кому-нибудь поближе. Вот видите, снова длинная передача. В данном случае хорошо то, что игрок ГТ ошибся. Следует пас, вперед, удар, гол. 3-0. Мяч в сетку у ворот. 3-0 в пользу сборной СССР.